Всем привет! С вами Мадина. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусную и наваристую солянку. Для начала в холодную воду кладем мясо и будем варить 1,5 часа. В это время приготовим зажарку. Лук и морковь нарезаем на средние кубики. Все ингредиенты, которые мы будем добавлять к этому супу, будут нарезаны на средние кубики. На среднем огне на небольшом количестве масла жарим наш лук примерно 2-3 минуты, затем добавляем морковь. Хорошенько жарим морковь, нарезаем на средние кубики наш болгарский перец, мелко нарезаем зубчик чеснока, болгарский перец и чеснок добавляем к нашей зажарке, хорошенько жарим примерно 5-7 минут, затем добавляем мелко нарезанный помидор и томатную пасту. Все хорошенько перемешиваем. Нарезаем колбасу, у меня говяжий, также нарезаем на средние кубики. Дальше добавляем картофель к зажарке, жарим примерно 5 минут. Затем добавляем колбасу, хорошенько все перемешиваем и жарим примерно 2-3 минуты. Нарезаем соленые огурцы на средние кубики, также добавляем к зажарке. Жарим примерно 3-4 минуты и снимаем с огня. В это время наше мясо тоже готово. Достаем из бульона мясо. К бульону добавляем нашу зажарку. Мясо тоже мы нарезаем на средние кубики и обратно отправляем к бульону. Добавляем соль по вкусу. Я добавила немного соли, так как мясо у меня было соленое. Добавляем 1/2 столовой ложки паприки и немного черного перца. Все хорошенько перемешиваем и варим примерно 15-20 минут до готовности картофеля. Когда суп полностью приготовится, снимаем его с огня и затем добавляем маслины. Маслины можно добавить целиком, можно нарезать на дольки. Добавляем маслины, хорошенько все перемешиваем. При подаче обязательно добавляем зелень, дольки лимона и сметану. Всем приятного аппетита!